Египетская армия разрушила уже 120 туннелей, по которым из Египта в сектор Газа доставлялась контрабанда. По ним же из Газа в Египет могли переправляться и люди. Цифру в субботу сообщили представители египетских служб безопасности. Они отметили, что операция будет проводиться ежедневно до тех пор, пока все туннели не будут засыпаны. Разрушено несколько брошенных домов, в подвалах которых были обустроены входы в туннели. Разрушение туннелей началось в рамках операции по борьбе с боевиками, которую уже более 2 недель египетская армия, согласно Израиля, проводит на Синайском полуострове. 5 августа там боевиками-исламистами были убиты 16 египетских пограничников. Египетские военные утверждают, что более 30 человек из числа нападавших пробрались на территорию страны из Газы по подземным ходам.